Привет, как дела? Сегодня 1 апреля, и я побывала в Петропавловской крепости на параде клоунов смешного фестиваля. Как это было, сегодня покажу и расскажу. Накануне Дня Дурака в пятницу я погуглила в интернете, какие мероприятия будут проходить в Санкт-Петербурге. И нашла ежегодный 19-й фестиваль под названием «Смешной фестиваль», который открывался 1 апреля в Петропавловской крепости. Туда я и направилась, чтобы снять очередной репортаж для своих видеостоков. Там ожидалось шоу мимов, клоунов, какие-то красочные выступления, а также городской парад. Играли различные оркестры, клоуны ходили, раздавали программки фестиваля. Также мне удалось снять шоу «Барабанщиц» Санкт-Петербурга, которые просто великолепно исполнили свой номер. Вот как это было, показываю вам. Затем, собственно, начался сам парад. Он прошел по периметру Петропавловской крепости и вернулся обратно к сцене. Thank you.
После чего я направилась уже домой загружать свой репортаж на сток и немного прошлась по Петербургу, который в этот день заволокло туманом, валил снег. Троицкий мост и Дворцовая набережная выглядели как-то зловеще, магически, сказочно. Они привлекли мое внимание, и я решила поснимать виды города вот в такую вот погоду. Уверена, такого Санкт-Петербурга вы еще не видели. По крайней мере, для меня открылись такие виды впервые. Затем я прогулялась по Марсовому полю, через Спас на Крови, села на Гостином дворе в автобус и уехала домой. 1 апреля в Санкт-Петербурге, 2023 год. Марсово поле и Спас на Крови. Вот столько снега выпало у нас в апреле. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч.